Сейчас я спою песню, которая была записана очень давно на первом моем альбоме «Видимость». Хочу сказать, что спасибо Диме Студеному за его фестиваль «Дождь», который тогда, в начале 2000-х годов и в конце 90-х, начался. И я туда попала, и это были первые мои выступления в Москве. Это была какая-то неимоверно открытая, благодарная публика, которая поддерживала, которая настолько было все, ну, как-то вот мощно для меня. И эта песня вот, ну, из этого скорее времени, да. Давно это было. Ну, в общем, как-то всплыло. Дальше будут мысли. А скорее всего, если я, например, кого-то слушаю и внимательно слушаю, то мысль я выношу уже после концерта, после выступления, и у меня она складывается. И, как правило, ну, как бы даже, может быть, какое-то время проходит, и как мысль озарения. Ну, что вот... Вот следующая песня тоже будет песня «Состояние». Из тепла выхожу.
самая, но...